ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Мне всегда было интересно, какова истинная причина нападения черной бороды на Балтика после того, как Бёрджесс узнал о штабе революционной армии. Хотя Бергрес намекнул, что на острове есть большой тайник с оружием, и они должны нацелиться на него. Однако он не знал об обсуждении Вайн Стил, пьяной железной руды, которое произошло между Каалой и Драконом, и одно только оружие не полностью оправдывает нападение на штаб революционной армии. Бёрджесс сообщил Лафиту и Ширью, что он находится на неизвестном острове, и это оказался штаб революционной армии, и там находится Драгон, Сабо. Интересно посмотреть на реакцию Шилью, так как его больше интересовало местонахождение Бёрджесса, а не тайник с оружием, о котором он упоминал. После арки Маринфорда я смиренно считаю, что оружие в One Piece на самом деле не соответствует силе какой-либо конкретной команды, за исключением команды Капони Бэджа, и ее влиянию на сагу Маринфорда. Кроме того, стремление к дьявольскому плоду, которым обладают Сабо, Драгон, на самом деле не складывается после недавней потери Мера Миарноми, а плод дракона все еще неизвестен на данный момент в истории. Если бы команда Черной Бороды интересовалась оружием, они бы легко накопили тонны оружия после захвата территории белоусов в качестве военных трофеев. Я считаю, что намерение, стоящее за атакой, вращается вокруг пониглифов дорог. Хотя это и не подразумевается сильно, я, тем не менее, считаю, что революционная армия владеет копиями пониглифов дорог благодаря их огромной связи в мире One Piece, и они являются главной противодействующей силой. К мировому правительству на данный момент, плюс дракон, получивший прозвище «худший преступник в мире», делает его веским аргументом в пользу того, что у него есть как минимум две копии дорожных пониглифов или более, за исключением потерянной. Чтобы поддержать этот момент, я считаю, что причина, по которой Робин была доставлена в Балтика, имеет смысл, однако Робин отказалась или она не поделилась информацией о пониглифах революционной армии. Это видно из того факта, что Робин хочет узнать об истории века пустоты через свое собственное приключение с Луффи, разделяющим ту же идею. Черная борода, которого рекламируют как препятствие для того, чтобы Луффи стал следующим королем пиратов, на самом деле не понимает, что ему не нужны дорожные пониглифы, в то время как последний уже приобрел два и находится на грани получения еще одного после завершения текущей арки. На этом этапе истории, когда идет гонка за то, чтобы первым добраться до смехотворения и найти последний спрятанный пониглиф дорогу, черная борода бездействует в погоне за смехотворением, что не очень хорошо сочетается с его текущим планом. Таким образом, чтобы завершить мою теорию, я считаю, что черная борода напал на революционную армию в надежде найти пониглифы дороги или, по крайней мере, получить информацию об их местонахождении. В последнее я искренне не верю, поскольку он служил в команде Белоуса и должен был немного знать информации о месте. Черная борода напал на Балтика, чтобы получить копии дорожных пониглифов, которыми, как я полагаю, владеет революционная армия.